Добрый день. Мы получили очередную помощь из Испании от фонда «Эльвира для Украины». Эльвира, огромное тебе спасибо. Постоянно ребята передают, постоянно ребята помогают, передают то, что нам нужно. Вот. В этот раз даже нашим братьям меньшим они собрали помощь. Медикаменты, продукты, вещи. Просьба на будущее, вещей уже теплых, наверное, не надо, у нас становится теплее. Вот. Украина расцветает потихоньку. Вот, поэтому нам нужны больше, как обычно, медикаменты, вот, ну и продукты. Вот, спасибо огромное отдельно за продукты для наших детей, для малышей. Это здорово, этого сейчас не хватает в Херсоне, в Николаеве, в тех городах, где сейчас идет боевые действия, где сейчас оккупация. Спасибо.